Так, привет. Представься, пожалуйста, как тебя зовут, как зовут малыша и как давно вы в этой больнице, и какой у вас диагноз? Здравствуйте всем, не безразлично. Меня зовут Яна. Моего сына зовут Никита. Мы здесь уже 8-й месяц в поликлинике. Лечимся от лейкоза. 8 месяцев назад наша жизнь поменялась на до и после. Сейчас я вообще молчу. Скажите, какое лечение вы сейчас проходите и в чем вы сейчас нуждаетесь? На данный момент. На данный момент мы проходим последний протокол. Нам очень нужно добить лечение, чтобы у нас не случилось этого ужасного слова рецидив, пройти лечение до конца, восстановиться, ну и попытаться жить дальше как-то с вот этим всем. И не только мы, все здесь, мамы, которые узнали об этом диагнозе, которые сейчас проходят лечение и которые находятся некоторые еще даже в худших условиях, нежели мы, потому что они уже прошли какую-то химию, у них очень низкие анализы. И в таких условиях, подвальных, вообще невозможно продолжать лечение. Скажи, пожалуйста, как зовут вашего ребенка и сколько ему лет? Никита, 2 годика. Скажите, как Никита сейчас переносит это все? Как Никита переносит это все? Не знаю. Благо он маленький, наверное, он этого всего до конца не понимает, что с ним происходит. Тягает бедного человека. Вверх-вниз, влево-вправо. Все. Хорошо. Вам звонят ваши родственники, поддерживают вас, волнуются за вас? Знаете, от слова «держись» уже, наверное, ну, скоро рвать будет. Потому что за что держаться, за кого держаться? В чем вы сейчас нуждаетесь больше всего, чего вы сейчас хотите? Больше всего я хочу оказаться в безопасности и продолжить лечение. Это выехать из города, который просто оккупируют с каждым днем, с каждым часом все больше и больше. И чтобы нас доставили куда-то в безопасность и просто продолжили лечение. Нам лично ничего больше не надо.